Құдайым оңлатын қыдырайлер тарам, қолдатын, айтқаным қабыл болтын. Вот так за семейным дастарханом семья Молдабековых встречается очень часто. Но сегодня повод особенный – подготовка ко дню рождения Асембалы Апа. В этом году ей исполняется 105 лет. Несмотря на свой солидный возраст, пожилая женщина найдет над чем пошутить и знает, как улыбаться для селфи. Чего мы только не видели, и голод, и жажду. Только молитва и вера во Всевышнего помогла пройти все эти тяготы жизни. Мне уже больше 100 лет, я до сих пор читаю Коран. Асембала Молдабекова родилась в 1913 году в небольшом ауле, но в большой семье. Она до сих пор гордится, что ее отец – потомок Едыге Батыра. Спокойная сельская жизнь прервалась с началом Великой Отечественной войны. Асембалу отправили на стройку железной дороги. В личной жизни тоже оказалось много темных эпизодов. После рождения первенца один за другим умирали следующие дети. Так женщина похоронила 5 малышей. Сейчас у нее 5 дочерей и 1 сын. Самому старшему 85 лет. А младшему 58. Она совершенно не капризная, не требует каких-либо специальных блюд или напитков. Мы все смотрим за ней по очереди, но тем не менее она до сих пор самостоятельная, может даже сделать уборку в доме. Иногда ей скучно, и она не хочет сидеть на месте, поэтому находит себе занятия по дому. На здоровье Асембала Апа не жалуется, говорит, только иногда подводит слух. Как настоящая казашка, она любит мясо, особенно конину. Секретов долголетия, признается, нет. Главное, считает она, вера в сердце и честность. Я всегда своим внукам и правнукам говорю, что надо быть честными во всем. Не надо пускать зло в сердце. Это проповедует и ислам. Я несколько лет училась в медресе, за это время я очень хорошо изучила Коран. Пышный той в кругу родни пройдет через несколько дней. Поздравить Асембалу Молдабекову приедут 40 внуков и 30 правнуков. Амина Абдрахманова, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.